Последние секунды матча новокузнецкого «Металлурга» и воронежского «Бурана». Вратарь сибиряков Семен Шарабарин делает блестящий сейв, приносит команде победу со счетом 2-0 и становится лучшим игроком матча. Приятно, что Владислав Третьяк проводит такие турниры. Собирает команды чемпионов регионов. Видим конкурентов, должны стать первым. Среди конкурентов команды со всей России. Цель каждого юного хоккеиста – достичь уровня славы легендарного Владислава Третьяка, в честь которого в Самаре уже в 8-й раз проходит настолько представительный детский турнир, организованный администрацией Самары при поддержке Федерации хоккея России и регионального Минспорта. Здесь очень понимают, что этот хоккей нужен не только для того, чтобы вырастить профессиональных спортсменов, а для того, чтобы просто мальчишек убрать с компьютеров, со дворов. Мы еще решаем социальные проблемы. Это очень важный вопрос. Пропаганда здорового образа жизни и, в частности, вот занятие хоккеем, она проникает, ну, как бы в умы все большего количества ребят. Поэтому, конечно, чем больше здоровых ребят, тем более здоровое общество, тем более уверенно мы можем смотреть в будущее и развиваться. В Самаре ежегодно заливают более сотни катков под открытым небом, на которых с мальчишками занимаются тренеры-общественники. В области в последнее время появились сразу 6 ледовых дворцов, 3 из них в столице губернии. Матчи будущих звезд хоккея дворец спорта ЦСКА ВВС принимает вплоть до 18 апреля. Начало поединков в 9 часов утра. Вход свободный. Среди претендентов на победу – юные спортсмены самарского ЦСКА ВВС.